святой, храмене алфарайдес, аллилуйя. Вот я на этом месте, Ава Отче, дабы в этот вечерний час, амен, глория, народ мой говорит к сердцу твоему, амен, глория, сана. Как многие утомленные в этой жизни, Ава Отче, как многие потеряли веру и надежду, амен, крамене элсен, и приходят и просят, а веры нет, армене лайзен прайда. И так говорит ныне Господь, Ава Отче, аллилуйя, народ мой, где вера твоя, рамене лаудес, Ава Отче, если желаешь получить нечто от Бога твоего, аллилуйя, то где твоя вера, Ава Отче? И о наследии твоем говорит Господь, армене ген фарамене лайдес. Как многие отступили от слова моего, говорит Господь. И не только дети, Ава Отче, но и знающие меня годами, Ава Отче, отступают от слова моего, говорит Господь, аллилуйя, и расширяют пути и межи переставляют в домах своих, рамене гет, фарамене айзен, а я есть Господь святой, аллилуйя, и если ты свою жизнь не содержишь по слову моему, Ава Отче, если у тебя недовольство и ропот и осуждение, говорит Господь, если ты не любишь брата своего, аминь, говорит Дух Святой, то когда приходишь пред лице мое, Ава Отче, то как я приму жертву твою, говорит Господь, народ мой, не обманывайся, говорит ныне Дух Святой, извлеки горький корень, краманы лайсон прайте, Ава Отче, научись у пастыря твоего, аминь, Ава Отче, анца Божьего смирению, аллилуйя, научись, Ава Отче, стоять и хранить у путь в жизни своей, раментус, не расширяй, говорит Господь, рамене лайдес, Ава Отче, аллилуйя, смиряйся, рамене глойсен фрайте, люби ближнего твоего, как самого себя, и как многие себя жалеют, Ава Отче, но как ты не жалеешь ближнего твоего, как ты осуждаешь его, Ава Отче, как ты клевещешь, рамене гелфа, рамене алдес, и приходишь пред лице мое, и полагаешь прошение за прошением, Ава Отче, отвечу ли я, говорит ныне Господь, алмен готеремене лейсен, и так, научись, Ава Отче, в слове моем черпай истину, аминь, освящайся словом моим, аллилуйя, проси силы, аминь, проси мудрости, Ава Отче, и восстанови жертвенник так, как это в слове моем, Ава Отче, ибо многие обтесали эти камни, Ава Отче, и приложили их, Ава Отче, а жертвенник не есть мой, аминь, а думают, что он мой, краманы лайда, и так ныне народ мой, Ава Отче, еще милость моя, Ава Отче, на этом месте, еще милость моя в этот час, еще милость моя на этой земле, оценил ли ты это, Ава Отче, народ мой, как нужно тебе смириться, как нужно тебе взыскать Господа, Ава Отче, не устами, народ мой, ибо многие говорят, и говорят устами, а жизнь, алмен гот, а дела, рамен и лайсы, не нахожу, дабы были совершенны пред лицем моим, говорит ныне Дух Святой, и потому, народ мой, Ава Отче, ныне предупреждаю тебя, рамен и глория, дабы не было поздно, рамен и глаз мой, так ныне вещает Дух Святой, как нужно стать в проломе, Ава Отче, за дома свои, рамен и глайсон фрайд, за детей своих, Ава Отче, о наследии своем, как многие беспечны, рамен и глория, как многие потеряли веру, рамен и глория, и потому что нет веры и нет святости в жизни, поражение за поражением, народ мой, Ава Отче, и поражение, Ава Отче, и потому стоны и стоны, говорит Господь, а я тебе говорю, народ мой, освятись, рамен и глория, аллилуйя, научись любить Бога твоего искренно, аминь, научись любить ближнего твоего искренно, рамен и
Оправдается народ мой, говорит ныне Дух Святой, и я буду во Отче с великим светильником проходить по народу моему, во Отче. Найду ли веру на земле, Рамен и Глория? Найду ли веру в доме твоем? Аминь. А будет испытана вера, Аумен, Глория, будет и великая буря, народ мой. И вот говорю и предупреждаю, а многие говорят, забавные певцы, снова и снова говорят, а ныне, говорит Господь, взыщи меня, Арбаналайсен, ибо поражение будет на этой земле, народ мой, народ. И если бы я открыл, Арбаналайсен, тебе духовные очи, аминь. Ох, как многие слепы, а думают, что видят. Если бы ты увидел, какая великая брань опустится на эту землю, народ мой, ты бы вопиял бы день и ночь, аминь. Ты бы оставил всю суету, всякую ложь, аминь, аллилуйя, всякие предрассудки, Рабе Делайсен. Ты бы вопиял ко мне, дабы я сохранил душу твою, во очи. Итак, народ мой, остановись, говорит Дух Святой, остановись на путях, Рабе Делайсен, ибо Дух Святой взывает ныне, во очи. Найди, найди покой в Господе твоем, и взывай, Рабе Делайсен, во очи, дабы не быть истребленным с нечестивым народом. Потому ныне, говорю душе твоей, остановись, Рамен Элайсен, аллилуйя, научись у меня, у Бога твоего, аллилуйя, являй святость жизни своей, люби ближнего твоего, отче, и следуй за Богом твоим смиренно, так говорит Господь, аминь, аминь, отче, Рамен Элайсен.